Друзья, ну въехали мы в Радомска. Хочется его заснять, только что-то у меня вот навигация, я просто даже, наверное, уже завтыкал в телефоне, конечно, как говорится, но ладно. Будем ехать, потому что мне как бы это вправо вело, как таковая какая-то окружная, ну не знаю. Запрещено здесь, я что-то даже не рассмотрел, можно ли здесь ехать мне или нет, но ладно. Это такая как бы окраина Радомска. Справа, ну видите, наверное, какой-то фермер. Слева автобус, просто как памятник, наверное, чему-то. Отель. Справа 3 звезды, ничего себе. Где-то там. А, там какой-то, это просто может баннер, как реклама было. Давайте протрем, наверное, потому что все-таки есть немного. Хоть я выехал из базы и чистым, вроде помылись, все, но уже проехал вот там сколько там, 3 часа практически. Ну, машина реально грязная. Грязная уже именно тент, прицеп, все там такое вот. Ну, это такое дело. Потом плюс 7,5, и сегодня, напомню, 6 декабря. Тут полиция справа, не знаю, может какой-то там знак я проехал, что нарушение может быть, не знаю. Ну чё уж, будем ехать. Так, смотрим знаки. Парам-парам-пам. Вперед 10 тонн. А нам что, направо, наверное? Вот так это. Так, полиция поехала прямо. Проложить. Видите, навигация все-таки ей как бы все равно. Метров держаться правее. Хотя, опять дорогу. Же, прямо, ну, почему-то вот знак она не считала тот, который стоял там до раньше. Значит, который автомобиль он здесь проезжал, программы, значит, или свежий знак, или я не знаю, вот что-то вот так вот. Возможно. Так что, опять же говорю, до навигации нужно еще включать ей голову. Так. Через 100 метров по главной дороге держитесь правее. Затем на следующем повороте поверните налево. Она меня налево ведет. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо-хо. Так, а нам нужно же
На следующем повороте поверните налево. Ну, прямо поехали. Переложить. Проедьте 1,4 километра. Короче, мы как-то прокатимся. Я так понимаю, что чуть-чуть не так поехал, наверное. Но видно, вот справа там дерево уже почесали вот крышами прицепов. Я так увильнулся как раз после автобусов, когда разошлись с ним. Катимся не такими центральными дорогами. Вот здесь немного даже и колбасит прицеп в том случае, как раз то, что мне не интересно. Так что не везде такие идеальные гладкие дороги. Но хотя бы основные, те, что больше по которым транспорт ходит, я думаю, те сделаны. Но это такое уже. Со временем подделывают, поменяют. Так, какой-то заводик. Параллельно вот 42-й дороге там, по которой ехали, просто вот, ну просто, я не знаю, здесь она как бы без номера, просто есть улица, на ней вот написано вот 66 дом, там 68 Варшава, так наверное прямо. Быстрее бы вышли на 42-ю, и было бы нормально. Сейчас через 400 метров налево повернем. Для поездов на следующем повороте поверните налево. Вот так вот. Готовьтесь через 750 метров пересечь дорогу с круговым движением.
да, слева заводик какой-то, ну, предприятие, то есть видно рампы, по которым грузятся автомобили. Превышаете допустимую скорость. Ну и справа тоже. Ладно, едем далее. Друзья, данный паркинг, на котором я ночевал, вот, Порта Радомска. Я не знаю, я с ним, может, даже не снимал, потому что... Давайте поедем сюда, наверное, вот там где-то станем сейчас. Мы сейчас отстоим паузу. Сейчас 13. Ну, не знаю, сходим, может быть. Готовьтесь к левому повороту. Кафешку сходим. Ну а мы днем стоим бесплатно. Видите, как можно помыться. Даже бусики подъезжают. Ну. Готовьтесь к левому повороту через 200 метров. Сейчас, может, сходим какой-нибудь хот-дог возьмем, перекусим. Еще некоторые стоят уже на викендовой паузе, то есть крутят уикенд. Мы же просто на паузу. Ну вот как-то так. Все.